Друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Dead Paradise 2. И давайте приступим. Прикольная загрузочка. Так, мы едем в зону 51. И, видимо, отстреливаемся от мародеров. Угу. Давайте левел 1. Wasp. Слабая тачка. Рейдеры. Райдер. Нет, блин, не знаю, в общем, как обозвать этот транспорт. А, нет, что-то я не то нажал. И... В общем, довольно жесткая штука какая-то против нас будет. Понятно, понятно, что нажимать. Давайте. Заводись. А, эта кнопка стреляет, это у нас назад разворачивает это. Да, ракетки у нас есть. Кстати, прикольная машинка. Давай место. Давай. Ракеты. Эй, шуруй, шуруй, шуруй транспорт. Так. Главное не попадаться на этих. Давай, давай, давай. Едем. Мешочки собираем. Какая хорошая эта машина, а? В самом начале сразу дали прикольную. Просто офигенно. Так, ну-ка. Давай, 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 стреляй по нему, чё ты? Ну. Давай, отстреливаем назад, стреляй, стреляй, машинка. Что ж ты делать-то будешь? О, да, ракета, видимо, не могла вылететь до этого. И в него еще одна. Одна ракета остается. Это уже... Даже не знаю. Так. Да, нам дали. Дали, мы прошли этот уровень. Дали какую-то фигню, две звездочки. Видимо, недостаточно быстро. Заводились долго. Давай, гони. Гони, моя машинка. Оу, черт, как с тобой бороться? Ракет нет, ничего нету, денег нету. И нас убили. Твоя машина уничтожена, покупай новую. Понял? Чего бы нет? 450. Что можем заменить? Ага. Тут все стоит дороже. Че? О-хо-хо-хо-хо. Чудесная штука. Фейерверк. РПГ. А здесь что? Прикольно, в общем. Дробовик. Блин, странно выглядит оружие. Ба-ба-ба, оружие. Транспорт. Оу. То есть здесь еще меняются типа оружие. Круто, круто, круто. Так, что возьмем? Что мы можем взять? Большой топливный бак. Или двигатель. What? То есть втыкаешь вот это, машина почти реактивно становится. Втыкаешь вот это, все. И улетел. Давайте добавим вот это чудо. Эх, ну, наверное, как-то надо поехать крестиком. Давай, отрисовывайся. И поехали на второй уровень. Все те же самые будут наши противники. Так. Нет, что-то мне тут надули. Ага, поджигать можем. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем ты жгешь за собой-то? Зачем? Да, ракетки. У нас всего три штуки. Давай, ракета. Спаси меня. А тебя можно сжечь. Чертям собачьим. Чтоб ты не мешался. Что там все разваливается? Или мы подбираем так что-то? Давай, сожжем его. Да. Нет, стреляем. Две ракеты. Ты сгоришь в огне. А против тебя наш арбалет, думаю, справится. Так, едем, 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 едем. Вламывай этот дом, конечно, ничего хорошего нету. Давай,
Нет, переворачивайся. Переворачивайся. Чудо инженерии, блин. Так, надеюсь, мы его уничтожили. У нас 1000. Так, едем. Пополняем канистрой. Сжигаем его и... И у нас просто, ну... О, да. Мы его разворотили, но ценой 3 ракет. Да! Это гребаная станция. Так. Спецмиссия и апгрейды. Пойдем, конечно же, запрогрейдимся. Так. Усиленная рама. Улучшенный двигатель. Больше топлива. Или автоматический пистолет. Это что нам даст? Ага. Ну, я думаю, наверное, нам стоит все-таки качнуть выживаемость. И тут же качнуть... Да. Думаю, в таком виде наша машина будет просто зверем. Двигатель за 5-ку, и мы готовы просто. Что это? Ачивки? Ой. Ой. Куда мы поехали? Сори. Это было случайно. Куда-то скатались мы не туда. Не та клавиша. Так. Сюда? Ну ты игра даешь, конечно. То 100 клавиш, что... Ну, третий, разумеется. Куда же мы еще поедем? Так. В путь, ребята. Поехали, вы сами... Все закрыто. Толку-то там это показывать, если мы... Заводись. Корыто. Я думаю, что нас спереди пока будут встречать только. Давай. Поехали. Так. Че это мопедист-то, а? Выживает так жестко. Так. Едем спокойнейшим образом дальше. Так что ты делаешь-то? Ну, дострели его. Быстрее достреляй. Давай. Вот так вот. Мы же должны просто их сделать. Должны. И уехать от них должны заодно. Ой нет. Давай, ракета. Нету. Блин. Вообще, черт, мы попали. Давай, едь. Топливо сейчас кончится. Нельзя топливо кончаться. Ай. Мы без топлива. Мы не прошли. Нужно заапгрейдить, срочно заапгрейдить машину. На... Надо. Так. Что можем поставить? Ага, 8000. Но у нас столько нету. И быстро мы их не заработаем. Значит, мы можем поставить... Что можем поставить? Может, оружие какое-то добавить? EPM лаунчер. Здесь уже поболее. 490, мы ничего не сможем. Воро, сможем, новые колеса, 17 дюймов. Мне кажется, сейчас мы им покажем. Очень даже покажем, как на нас нападать и пытаться нас. Блин, десяточки не хватило, но... Ну что уж поделать. Едем дальше. Такая задорная музычка играет. О, мы сзади нас встретят. Да, уже встречают. У нас жалкий арбалетик только. Давай, отстреливай его. Давай. Стреляй. Он за нами гонится. Нельзя дать ему победить или догнать нас. Вообще, спасаемся, как можем. Давай. Пробуй за мной угнаться, гад. Машина еле едет. Заезжай же. Ай, нет, где огонь-то ставится? Вот ничего себе, чувак. Давай, наполни мне бак. Молодец, канистра. Просто вот спасибо тебе. Блин. Нас опять так победят, потому что топлива жестоко не хватает.
Наверное, надо ставить более усиленный бак. Тогда и топливо будет у нас поболее. Давай, 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 давай. Придется все-таки. Да ладно, как так-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ну, улети отсюда. Так, этажом ниже поехали, значит, мы. Так, едем. Это опять впереди, да что они такие быстрые, эти баги. Нам надо как-то уравнять свои шансы. Да! Следующая площадка и 1500. Наверное, с лишним 1500. И мы можем... чего-нибудь досунуть в свою машину. Например, 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 например. Вот это вот все. Думаю, теперь мы сможем пройти следующую миссию без проблем. Левел 4. Поехали. Это, я так понимаю, была одна машина, значит, босс. Вот это пулемет, конечно. Давай. Стреляй, стреляй, стреляй по нему, стреляй. Нельзя допустить, чтобы он выиграл. Давай. Куда ты? Давай, ракетами его еще надо окучить. Ехать, ехать главное. Так, топливо тратим не туда иногда. Но думаю, нам можно. Давай, 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 настреливай по ним. А этот гад у нас так развалится. Э, куда? Куда ты? Куда? Что ты творишь? Давай, назад и вперед поехали. Хоть как-то, давай. Вытяни, вытяни меня из этого положения. Хорошая машина, хорошая. Прям не знаю, как ее поблагодарить за это. Куплю какие-то апгрейд. Пушки еще больше. Это мне больше надо, чем машине. Но... да что ты делать-то будешь? Ну что ты, что, что, что? У меня все топливо из-за тебя кончается. А тебя еще надо как-то настреливать. Давай. Ох ты, ракеты, ракеты. Наверное, зря их просто так трачу в этого чудика. Надо стрелять, стрелять. Ай, нет. Давай, выезжай, выезжай, выезжай. Давай. Едь. Главное сейчас уничтожить этот, не знаю, бронированный автомобиль банковский какой-то. И у нас кончилось топливо. Это вообще печально. 1000. Левел 06. Там мы сможем ставить плазменную пушку. Но пока у нас пулемет. Может здесь что-то... хотя нет. Нет, нет, нет. Зачем? Нужен бак. Нужен большой бак. И тогда мы... сможем ехать за этой машиной дольше, а главное эффективнее разматывать ее. Давайте вот так вот. Задублируем у нас, чтобы было две. Давай. Корыто, я тебя уничтожу. Тебя поджигать можно этого гада. Давай, ракеты, ракеты, пошли, 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 пошли. Че ж вы? Больше ракет, больше удовольствия. Да как он не сдох-то, а? Просто поджигаем его и едем. Давай, 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 давай. А, у тебя еще вот такие есть, друзья, да? Значит, мы тебя будем настреливать все больше и больше. Да ладно. Давай, 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 давай. Поехали, поехали, машинка. Вот сейчас этого гада быстренько расстреляем и все, и... ничего нам не может сделать. Что он просто вообще ни о чем. А мы тут нашпигуем эту машину. Попробуй проедь здесь. Утырок. А вот ты можешь попробовать здесь проехать. Давай. Теперь вперед все стволы. Так, мы сделаем его. О, нас подремонтировали на халяву. Главное, чтобы тот товарищ не удрал от нас. Давай, 6 ракет. Думаю, они его догнали. Да. Неплохо они его там
Нагнали. Давай, поднимайся, блин. Газу, 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 газу. Давай же, попадись. Попадись, чудо. Блин, он слишком крутой. Для нас. Что же? Ну, думаю. Так нас никто не остановит. Мы теперь должны наваливать ему, как нечего делать совсем. У нас стоят ракеты. Да ладно, его просто разваливает это все. Давай. Заедешь со мной, все. Че ж ты там? Жаль, этому не вломить. Хотя... Ну, неплохо уже дамажим. Главное, сейчас его просто развалить и все. И... А ты куда? У тебя вон. Подгореть должно. Какое-то место. Давай. Мотоциклиста там немножко поджарим. Блин, ракеты не туда пошли. Совсем очумели. Просто нападают, как фиг знает что. Оставим-ка здесь такой небольшой след, если кто-то будет сзади подъезжать, я думаю, он должен неплохо. Давай. Ну же, разломайся. И тебе одной ракетой. Напоследок. Так, догнать. Да! Мы разломали его. Мы уничтожили босса, лидера. А фиг знает, в общем, кого мы уничтожили в этой гонке. Чего же нам не хватает? По-моему, действительно. Более мощных ракет. Ну и двигла. Будет у нас какой-то сверхреактивный двигатель. И потом... Бак. Вперед. К следующей миссии. А нет. Кажется, мы с вами сейчас заканчиваем. Потому что вы сами сможете посмотреть эту игру. Попробовать, поиграться в нее и... составить о ней свое мнение. Мне эта игра очень просто безумно понравилась. Так что переходите по ссылке и попробуйте поиграть в нее. Всем спасибо, всем пока.